Как она? Ой, отлично. Погода вообще великолепная. Погода хорошая. Прям шепчет. Вернись домой. Шепчет, вернись домой. Хочу. Здравствуй, Мана, я снова с тобою. Обожаю твой сказочный мир. Все любуюсь твоей красотою. Ты прекрасный мой в жизни кумир. Мне по нраву таежные дали, свежий ветер, что плещет в груди. Я люблю просыпаться в палатке под журчание дивной реки. А река все бежит, извиваясь средь скалистых обрывистых гор. Облака в ней плывут, отражаясь. Как прекрасен таежный узор! Я хочу, чтоб всегда ласкала меня Мана, живая вода, ведь она протекает сегодня через наши с тобою сердца. Я люблю берега с дикоросом и течение быстрой воды. Здравствуй, милая, добрая Мана, мы с тобою давно уж на ты. Где-то солнце стоит в зените, словно зеркало водная гладь. Как красиво твое течение, твоя горно-таежная стать. Распластав свои мощные крылья, кружит беркут над дивной рекой. Охраняет твои владения твой таежный речной покой. Не могу наглядеться на сказку неземной лесной красоты. Не могу надышаться тайгою, ароматом душистой травы. Захожу в твои чистые воды, молодею на несколько лет. Не хочу расставаться с тобою, позабыть твой прекрасный сюжет. И спешу я опять на свидание, собираю свои рюкзаки. Здравствуй, милая, добрая Мана, здравствуй, сказка любимой реки. Сломался. Почти уже полшестого, мы идем на Урманскую стену, и там планируем остановиться, и сегодня сделаем баньку. Ящика надо. Девушки у нас готовят солянку. Готов, край. Пойдем. Я прошу огурцы. А у нас тут глинтвейн. Я как человек не пьющий, глинтвейн с удовольствием попробую. Вкусненько, а? Вкусненько. А еще мы тут грызем семечки. Девчоночки! Вечереет. Все. Разворачивайся против течения, гребем. Хорошая стоянка. Талая вода. Оползень. Дима опять поехал куда-то без меня. Возможно, полетать на коптере. И опять не взял главного режиссера фильма. Другую! Что, прям на дерево?
Прям туда, прям сюда, прям прыгаем. Отгребайте, отгребайте веревки. Надежда о том, что пройдет, а потом не прошло, как бы обидно. Идем. Одна березка, одна тополина. Обе березки. Нет, сара не березка, точно. Дрюш, Вань, куда? Вправо, влево. Мы не пройдем там, там лес. Сюда, вот сюда пока. Пойдем вокруг. Мы уже готовимся к причаливанию. Я сейчас я поверну. Уже два дня. Два дня. Так что-то долго сегодня идем. Главное, чтобы не наступил. Больно она так. Ну тут тоже можно. Не туда зашли, куда планировали. Немножко айскрима добавили. Да, чуть-чуть немножко. Слишком гладко идем, надо было это. Бросай якорь. Ваня, стоять. Якорь бросай, говорю, ну. Смотри, как ветки там, да? Катя, держись. Как там в опасной близости? Байдарку вы подняли, да? Нет? Пройдем? Да, пройдем. Угу. Немножко все пошло не по плану, да? Чуть-чуть, маленько. Как обычно. Как обычно. Когда все идет по плану, это скучно. Да. Мы приближаемся к Урманской стене. Вот там напротив мы будем стоять. Мы плыли и наконец доплыли. Еще нет. Ну почти доплыли. Столько комаров уже поднялось. В общем, мы уже все видим Урманскую стену. Мухи, комары. Респект. Екатерина, ваши прогнозы, баня сегодня будет? Главное, чтобы берег был. Ну, он вроде рядом. Да, должна быть баня сегодня, завтра. Время есть? Время есть, есть Меллер, да. Как песни какие-то начались, какие-то собачьи. Не особо сплотная и готовить. Сейчас мы буквально вот заворачиваем здесь и все, и будем вставать. Ты чего заскулила? Все, тихо. Не зря обижайте, пацаны. Такой мальчишка классный. Ребята. Ну, вроде как близко к берегу, поэтому должен успеть. Кстати, да, тут же главное еще не просто дойти, а еще и успеть причалить. Помнишь, там был? Ничего уже не хочет. Грета, ты че? Так, ну, а вы там че? Ребята, давайте вправо давайте, вправо, ребята, давайте вправо. Пройдем по этому, чтобы не проскочить потом. Вот, управляем, поэтому вправо давайте. Через деревья. Вот она. Подходим к стене. Это серьезно, сравнение. Такая, сравнение. И вот спустя 10 часов мы подходим. Это на меня камера направлена. Не видно. Пленка нынче дорогая, поэтому снимаю только себя. Да, да, да. Все, началась стена. Так, внимание, внимание, ребята. Готовьтесь! Ой, блин. Мы будем стоять на полянке напротив. Да. Ну, собственно, как обычно. Понятно. Прошли Булгарии. Где тут заход вообще? За бревном будем активно гребсти. С того падения, да, традиционно? Нет, я что-то помню. Давайте, ну там бревно. Здесь, ой, здесь мель. Там мель.
Вы к корму занесите немножко, господа. Подгребай, подгребай. Не, нам не надо подгребать, нам надо, чтобы корма выровнять. Там... А там кто-то есть? Апостол Андрей. Кто-то должен быть. Апостол Андрей. Ой, какой молодец. Вот ярко одетый, сразу видно, чтобы не сбили, но... Грета! А вот об этом он не думал. Успокойся. Он там не один. Их там двое. Кто может нормально съесть? А, это рыбаки, походу. Да, это он, а не конкурент. Как бы, ну, корма, она как. Она. Там уже готовы прыгать. Стоянка после рыбаков. После? Так, тут есть стоянка. Да сюда, и вы как-нибудь вернуться на берег? Не, я как бы подгребаю после... Вон, вон, напротив стены там стоят. Да? Они пускай убегают, ну что? Парни, мы обрулить не сможем, отойдите лучше. А? Отойдите! Что? Да сюда мы сюда не успеем. Что, чалим? Тогда чалим теперь, да, чалим Грета, можешь выходить на вас. Всем надо складывать ходить. Я вот думаю, а собаки понимают, что говорит другая собака? Она так внимательно... Она внимательно слушала, так глазами водила, как будто пытается перевести, там, допустим, с японского. Может, у каждой породы, свой язык? Акцент, акцент. Так, у нас тут тоже стулья улетели в воду. Что нам будет? Отпускай, пусть берет. Таня, веревку бери. Таня, веревку бери. Сам отвяжи. Сейчас. Вниз, давай. Доплыли хиппи до Орлеана и закурили марихуану, а вслед за ними, ругаясь матом, курил зеленый аллигатор. Два полисмена в зеленом джипе Аристополе.